Жители сел будут получать 25% надбавку к пенсии, причем выплаты могут поступать и жителям города. Главное условие – прописка в определенных территориях. Нововведение действует с 1 января. Пенсионер получит деньги, если проживает в сельской местности. Его стаж работы не менее 30 лет на сельском предприятии, и сейчас он не трудоустроен. Претендовать на надбавку могут и более 200 жителей Барнаула. К ним относятся. В индустриальном районе это поселки Лесной, поселок Пригородный, поселок Новомихайловка, село Власиха и станция Власиха. А в Ленинском районе это поселки Березовка, поселок Земленуха, поселок Казенная Заимка, научный городок и село Коньба. И в Центральном районе это поселки Бельмесева, Борзовая Заимка, Конюхи, Мохнатушка, поселок Плодобетонник, поселок Садоводов, Центральный, Черницк, Ягодная, станция Лебяжья и станция Ползунова. Для получения доплаты пенсионеру необходимо только подтвердить статус проживания и рабочий стаж в пенсионном фонде.